Мясорубка под Ржевом. Такое неофициальное название получили сражения на Ржевско-Вяземском плацдарме, ставшее одной из самых кровавых страниц в истории Великой Отечественной войны. Верховным главнокомандующим был отдан приказ освободить Ржев любой ценой, не считаясь потерями и разрушениями. Ученики кадетского класса Химкинской школы номер 8 отправились в город Ржев, чтобы почтить память погибших и познакомиться с работой поисковых отрядов, в числе которых и жители Химок. Ежедневно волонтеры производят раскопки, доставая из окопов останки бойцов, оружие, предметы быта и документы. В этой палатке волонтеры-антропологи проводят исследования найденных останков солдат. Именно благодаря их работе мы можем узнать число погибших и даже их возраст. Мужской череп. Достаточно молодого человека, до 30 лет, наверное. Количество бойцов считают по черепам. Если удается найти целые, делают замеры специальными инструментами и фотографируют. На основании полученных данных создают 3D-модель, позволяющую воссоздать внешность бойцов. Сейчас на месте кровопролитных боев мемориал советскому солдату. Школьники почтили память погибших и возложили цветы. Также посетили ржевские школы, познакомились с другими кадетами и обменялись опытом. Без прошлого не будет будущего, поэтому очень важно, что мы здесь прикоснулись к истории Великой Отечественной войны и побывали на экскурсиях, которые говорят нам о том, что очень важно помнить о подвиге, который совершили наши деды и прадеды. Но чтобы сохранить память о тех событиях, мало воспоминаний очевидцев, которых почти не осталось живых. Важно эти знания сохранять и передавать следующему поколению.